Берем корни с помощью окружности, решение тригонометрического уравнения, в результате которого получились два простейших уравнения: синус х равняется корень из 3 на 2 и косинус х равняется минус 1, на отрезке от минус 3 до минус 3 π на 2. Корень из 3 на 2, значение это связано с углом π на 3 и π на 6. Разделим каждую четвертинку на 3 равные части, чтобы потом у нас получился устный счет при отборе корней. Синус х равняется корень из 3 на 2, так как корень из 3 на 2 больше 1 второй, то мы берем вот эти две точки. Как вы уже решили, это уравнение не имеет значения, сейчас мы только отбираем корни. Косинус х равно минус 1, это вот эта точка, получили три серии решений. Строим отрезок от минус 3 π до минус 3 π на 2, вот у нас 0, 0. Минус 1 π на 2, минус 2 π на 2, минус 3 π на 2. Минус 3 π на 2, минус 4 π на 2, минус 5 π на 2, минус 6 π на 2, минус 6 π на 2, это наше минус 3 π. На этом отрезке у нас лежит единственная точка. Как ее попроще посчитать? Приведем дробь минус 3 π на 2 к знаменателю 6. Минус 3 π на 2, это будет минус 9 π на 6. А теперь устно считаем. Минус 9 π на 6 и получили единственную точку. Вот эту точку минус 10 π на 6. Минус 10 π на 6. Это минус 5 π на, минус 5 π на 3. Так, извините, это еще отрезок. И еще у нас точка вот эта вот минус 3 π. Значит, в результате получилось два решения, минус 3 π и минус 5 π на 3.